При уборке снега с городских территорий существует четкая очередность. После обильных осадков специальная техника первым делом выезжает на центральные магистрали и автомобильные дороги, по которым ездит общественный транспорт и большой поток машин. Потом приступают к очистке остальных дорог и тротуаров. Хорошо очень убирают дороги, ну, в общем, нормально. Как будто бы и занимаются уборкой, но зачастую там, где людям необходимо перейти, это именно переходные моменты, да, вот в дорогах, почему-то, наоборот, там всегда куча. Чистят, чисто. На остановке, например, около пешеходных переходов вижу, что чистят. Когда снег вот был, допустим, вот каша была, ну, можно было бы, конечно, это немножко это, убрать бы. Не хватает то ли техники, то ли руководства, то ли чего-то. Ответственные за уборку внутриквартальных территорий, а именно дворовых зон, площадок, тротуаров и дорожек, несут управляющие компании. После обильного снегопада придомовые территории и проезды должны быть очищены от снега в течение суток. Но это же от дисциплины водителей зависит. Тут, конечно, вот если бы им удобно было убирать, я вообще удивляюсь, как они умудряются убирать во дворах, когда там набита машина. Мне так нравится в городе и после снегопада, и до снегопада. Я просто люблю жить. Опрос жителей показал, что саровчане в целом довольны уборкой города от снега. Сохранится ли такая тенденция впредь, покажет время. А с вами работала Дарья Цапарыгина, Артемий Глазков и Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.